Здарова всем, ребята, с вами убийца читеров 228, а если точнее, Кента ПК. Здарова всем, и прямо сегодня мы, ребята, будем продолжать дальше банить и еще раз банить этих наглых, плохих и злых читеров. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайки, потому что вы знаете, с каждым вашим лайком на одного читера становится меньше. Поэтому обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. Ни хрена себе, только что телепортировался, вот это да. А вдруг я сам читер? Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Steady Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Друзья, товарищи, поехали, бугага! Прямо сейчас вы увидите самый жесткий вид читера. Это читер с невидимкой. Мать его, с невидимкой! Поехали. Вот мой подписчик, как ни в чем не бывало, просто играет, бегает, веселится. И прямо сейчас посмотрите. Кто это? Ты кто такой? Кто ты? Это чего, чувак с нового режима пришел или как? Ни хрена себе, он невидимка. И сразу же мой подписчик пишет, я снимаю. Вот, ребят, я вам тоже всем советую, снимайте и скидывайте мне всех читеров. Я их тупо слахтю. И чтобы вы, как обычно, не писали, Кента ПК, он не читер, это лаги. Окей. Смотрим внимательно. Сейчас мы, ребята, этого Шрека забаним. Сейчас мы найдем на этого Шрека Фиону. Так, смотрим внимательно. Сейчас будет самое то. Так. Ну давай, стреляй через стенку. Давайте, 3, 2, 1, да? ID 571-88989. Шрекс! Ну ладно, я тебя буду называть Шреком. Шрек, я нашел твою Фиону, и ты получаешь бан! Ну а если вы нашли это человекоподобное создание под названием читер, ребята, смело отправляйте мне его в ВК. Потому что вы сами знаете, я с него сделаю отбивную котлету и отправлю на банановые острова, он будет плакаться маме. Маме, забанил Кента ПК! Ну, ребят, работа есть работа. Ну что же, идем дальше. Вы готовы, дети? Я не слышу. Так, ну чё, поехали. Вот, ребята, наш читер, посмотрите на его ник, ПКТ Проказник. Эх, Проказник, а ты знал то, что в твоем клане есть читеры? Да еще и с твоим ником, правда, Проказник через букву А. Проказник, блин, как можно быть таким нубом? Так, все, пацаны, смотрим внимательно, вот он выбегает со стены, включает спидхак и его все равно убивают. Да, это наша любимая рубрика «Читер Нубас». Да, как же я обожаю их. И вот он опять залез в стенку. Ух же эти читеры, они реально уже задрались залезать в стенку. Так, я смотрю, у него есть какой-то скин со статреком. Эх, жалко парня. Так, только знаете, ребята, в чем проблема? У меня нет его ID! ID где? А где ID? А как мы его забаним? А как? Охренеть можно. Читер нуб, как же я люблю его, ребят, посмотрите. Не, ну все-таки хоть кого-то он убивает. Читер нуб, я просто ору с этих нубов. Но, блин, самое обидное то, что подписчик мне не скинул его ID, черт возьми, как его забаню-то? Дамы и господа. Ну, а точнее, любимые подписчики. Смотрим дальше на этих говнюков. Вот это самый палевный вид читеров. Посмотрите на статистику. Игра началась буквально 12 секунд назад, а чувак уже сделал минус 3, не делая ни единого шага с респы. Но я думаю, тут и так уже всем понятно то, что парень читер. Он просто купил АКР-12 и всех убивает. Посмотрите на вот это, ребят, ну это разве нормально? И вот я уверен, найдется хотя бы один человек, который напишет мне в комментариях: «Кент, да он не читер, он просто хорошо играет!» Вот это, ребят, называется «хорошо играет». Чувак через стенку всю команду убил нахрен. Давайте посмотрим еще раз. А опять убил, опять. Секунда прошла. За секунду всех замочил. Так, почему надо зафиксировать его ID. Это очень-очень важно. Сейчас, короче, мой подписчик откроет чат, и мы увидим его ID. Так, а ну-ка, смотрим на читака. А, подождите, почины. Так. Ни единый читер от кента не уйдет. Опа-па. Вот же его ID. 5-3-8-3-4-4-1-6. Цезарь, братик, пока! Ну а теперь вопрос к подписчикам. Ребята, как вы думаете, это читер или нет? Но перед тем, как вы ответите, я вам скажу так. Помимо этого скриншота, мне еще скинули вот это.
Лично я думаю, то, что это 100% читер, потому что смотрите. Во-первых, он за картой. Во-вторых, у него новый созданный аккаунт. И в-третьих, у него убийств с ОВП 124 и точность 54%. То есть, грубо говоря, каждый второй выстрел он попадал в человека. Но тут, ребят, только два варианта. Или он проигрок, или он читер. Я думаю, что он читер. Как думаете вы? Напишите в комментарии. Пацаны, также мистер А меня попросил вас научить правильно кидать репорты. Потому что, ну вы уже надоели. Ну вот как можно кинуть это? Аня Дятлова, ну ты что, дятел или как? Ну посмотрите, где ID? ID где? Вот она скинула официальную группу в обсуждениях читеры, да? Скинула читера. А где ID этого чувака? Они же в битве экстрасенсов не участвовали. Откуда они знают, какой ID у этого чувака? Ребята, чтобы забанить читера, надо всего лишь сделать два скриншота. Первый скриншот, там где видно его ID. Второй скриншот, там где видно, что он читерит. Скинуть в группу и написать его ID. И все, изи. Ну или если вы ленивые жопы, то скидывайте мне в ВК. Я сам все сделаю и сам с ними разберусь. В общем, ребята, давайте сделаем небольшой итог. Все читеры, вы цыбульки. Но вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я старался. Ну реально, влепите лайк, ну это несложно, поставьте лайк. С каждым лайком на одного читера меньше. Также подпишитесь на мой канал, это тоже очень важно. Нажмите на эту красную кнопочку, если вы не читер. И подпишитесь на мой канал. Также напишите любой хороший комментарий. И самое главное, скидывайте читера мне в ВК. Ссылка в описании. С вами был ваш Кент Аптека, Кент АПК, Кент ОПК. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.